Чтобы бензопила заводилась нормально, вот вы поработали, поработали, почти она дымит, и сразу ее вот этой не выключайте. Пусть она постоит полминуты хотя бы поработает, а то у меня заливает цилиндр, придется крышку снимать эту вот и выкручивать свечу, переворачивать. Ставить вот в такое положение и дергать вот эту. Чтобы вытек бензин. И вот так вот полчаса вниз башкой держать. Так что поработали. Сразу не выключайте. Пусть поработает, чуть-чуть остынет, чтобы не залило бензином.